естественный мир, как в кино, когда ждет западня. Часы на башне давно били путь. Капитан Ройен Джоудри задумчиво сидел. Он знал, что все видят отражение в стекле, все слышат неестественный стук. Но люди верили ему как отцу, они знали, кто все должен решить. Он был известен как тот, кто никогда не спешил, когда не буду больше спешить. Я помню, кто готов зайти первым. Я скажу вам на камеру. Матрос его трубников и индеец из Кремлёва. Третий был без имени, но со стажем 1500 лет. И прищурившись, как криминалист, капитан Ворохин смотрел вслед. Попадал туда, еще никто не возвращался назад.